Я кое-что вспомнила, пока болтала с девчонками. Вспомнила. Теперь я помню все. Что именно? Ну... Хаят, милая. Что ты здесь делаешь? Серьезно? У нас с Муратом сегодня романтический ужин. Постой-ка. Ты позвал Хаят присоединиться к нашему празднику? Что празднуем? Если ты ей еще не сказал, тогда скажу я. Дорогая, мы с Муратом решили пожениться. Поздравляю. Отличное место для предложения руки и сердца. Правда, я тоже люблю это место. Совпадение. Просто совпадение. Рад вас видеть. А где та юная леди? А вы... Я владелец. Помните меня? Однажды вы воспользовались нашей кухней и хотели, чтобы я это запомнил. Да, это был один из лучших дней моей жизни. Ваша девушка сегодня не с вами? Как ее зовут, кстати? Хаят. Хорошая девушка. Честная и простая. Да, верно. Должен сказать, вы идеально подходите друг другу. Спасибо за ваше пожелание, но мы расстались. Правда? Ну, не переживайте. Все будет хорошо. Вы еще сойдетесь. Боюсь, уже поздно. Все закончилось еще до того, как началось. Извините. Ничего. Всего доброго. Алло? Я только что увидела твое сообщение. Ты звонил мне, сказал, что хочешь встретиться и поговорить.
Да, я сделаю тебе одно предложение. Если ты снова об аборте, то скажу тебе, что я все решила. Ребенок мой и точка. Нет, не об этом. Кое о чем другом. Так о чем же? Дидем, поговорим сегодня вечером. Я не могу ждать. Это вредно для здоровья ребенка. Скажи мне, где ты, я приеду, и мы все обсудим. Нет. Хотя, ладно, какая разница? Приезжай. Хорошо. Эй, в чем дело? Кстати, пусть Хаят останется с нами. Вы оба поднимете тост за это потрясающее событие. Мне ведь нельзя пить из-за ребенка, сама знаешь. Не буду вам мешать. Пожалуйста, продолжайте праздновать. Меня ждут дома. Мы тоже здесь ненадолго. Почему, дорогой? Мы еще не доели. Поздравляю. Желаю вам счастья. Ну что, продолжим ужин? Думаю, ты забываешь, что это брак по расчету. Все, что меня интересует, это защитить своего ребенка. Я здесь для того, чтобы быть отцом, а не мужем. И совсем скоро мы разведемся. Что же с тобой опять случилось? Аш, глав цанан ламан.